Номер лота 0457, Ducati Monster 969, контрольное видео его перед отправкой. Итак, зафиксируем его состояние, поворотнички целые, фара, оптика вся целая. Тут все целенькое, у нас стоит нештатный руль, более с высоким подъемом. Крылышко целое, покрышка на троечку, вилочка, одно перо, второе перо сухое, тормозные диски ровненькие, без следов износа, колодок процентов 30-40 в остатке, пластик на баке, весь целый, ровненький, под двигателем никаких потертостей нет, лапки, подножки, все целое, стандартная выхлопная система, сидушка вот здесь такая, вильпровая, подвыцвела немного, но все целенькое, все замечательно. Судя по всему, как спинка, ручка для пассажира, и, видать, что-то еще к нему крепилось. Хвост целый, стоп-сигнал, поворотник задний целый, задняя покрышка в комплект передней. На первое время покататься еще хватит, задний тормозной диск, в принципе, без реборда, все нормально. Ровненький. С этой стороны также все целенькое, ровненькое. Звезда цепь в хорошем состоянии, подножки, лапки все целые, ровненькие. Все замечательно, по двигателю минимальной буквально потертости есть. Номер лота 0457, мотоцикл Ducati Monster 969. Вот так пришлось его разобрать, чтобы добраться до аккумулятора. Спрятан под баком, видео запуска. Характерным звуком, да, для Ducati.